Эфир телеканала «Кубань-24». Продолжают спортивные факты. Генеральный партнер нашей программы – Краснодарский торговый дом «Белшина». Добрый вечер. Много сегодня интересного нам предстоит обсудить, ну а начинаем подводить итоги дня с футбола. Несмотря на то, что российские клубы сейчас не играют, отпуск, сами понимаете, жизнь футбольная кипит. Имею в виду, конечно же, трансферный рынок. Есть факты, есть слухи. Все воедино собрал Асланбек Бадаев. Начнем с того, чья потеря вызывает больше всего вопросов. Лучший бомбардир Кубани в первой половине чемпионата России Секу Алисе покинул команду и возвращается в московский ЦСКА, откуда и был арендован желто-зелеными в летнее межсезонье. Краснодарский клуб решил, что либерить им не подходит, но надо сказать, Алисе оставил о себе хорошие воспоминания. Забил 4 гола, и его вклад в то, что Кубань завершила стартовый отрезок турнира на 8-м месте, огромен. Также не продлил аренду краснодарский клуб и с нападающим Луганской Зари бразильцем Данило. Южноамериканец, в отличие от Алисе, возлагаемых на него надежд не оправдал, не смог закрепиться в основе команды и в полной мере заменить травмированного Бальде. В 14 матчах Данило забил всего 2 гола. В итоге покидает клуб. Не будет больше в Кубани и троих, можно сказать, старожилов команды. Если об уходе нападающего Секрета и Карюкина, ворота желто-зеленых, которого в последний раз видели 4 года назад, вряд ли стоит сожалеть, то потеря защитника Максима Жавнерчика весома. И в первую очередь для болельщиков, которым белорусский игрок за 6 сезонов полюбился. В составе Кубани Жавнерчик провел 117 матчей и забил 2 гола. И еще 2 перехода. Гонсало Буэно отправился в аренду в уругвайский «Националь» до конца сезона, а Маркос Уреня для многих наконец-то продан. Права на костариканца выкупил датский «Мидтьюланд». А вот футбольный Краснодар на трансферном рынке пока пассивен. Приобретения от клуба после вылета из Лиги Европы, понятно, не ждут, так как глубина состава у горожан для одного турнира хорошая, но тех, кто уходит, черно-зеленый заменить планируют. Речь о полузащитнике команды Павле Мамаеве. Отечественные СМИ активно сватают его в московское «Динамо». А на его место Краснодар планирует вернуть Романа Широкова, который провел в краевой столице вторую часть прошлого сезона и провел ее весьма неплохо. В 6 матчах забил 3 гола. Сейчас Широков играет за московский «Спартак», но на поле появляется нечасто из-за напряженных отношений с главным тренером красно-белых Муратом Якином. В нынешнем сезоне полузащитник провел всего 5 игр и забил 1 гол. Асланбек Бадаев, Кубань-24, Краснодар. Скоро, наверное, поступят трансферные новости из хоккейных фронтов. Как правило, зимой их немало. Клубы потихоньку готовятся к плей-офф, усиливаются. Ждем, ну а пока констатируем. Хоккейный год потихонечку завершается. Сегодня последний матч 2014-го. ВХЛ проводит Кубань. О ее домашней встрече с Барсом расскажем завтра. Ну а сейчас материал о том, как свой год завершили Беркуты Кубани. Молодежка также дома приняла сахалинских акул. Итог двухматчевого противостояния у Марии Фальковой. Проводить «Беркутов» на новогодние каникулы пришло около 100 болельщиков. Пустые трибуны понятны. Последний матч года назначен на час дня, так еще и на вторник. Сначала показалось, а потом уж и делом подтвердилось, что настроение пустого ледового дворца сразу почувствовала кубанская молодежка. Поверженные и обиженные в первом матче хозяйским поведением краснодарцев, в матче номер 2 сахалинские акулы за 20 минут поразили ворота Сергея Боргера 5 раз. Именно столько шайб день назад «Беркуты» оставили в сетке акул. Время сравнять счет и, может, даже перегнать акул по результативности у хозяев еще было. Впереди 2 периода. Но время-то было, а вот моментов по пальцам пересчитать. Чего, кстати, не скажешь о гостях. Они еще не раз атаковали ворота кубанцев, которые защищал уже Артур Кросбах. И за 2 минуты до конца второго периода Анатолий Успенев добавляет 6-ю шайбу. 0-6. Беркут и Кубани проигрывают в этом матче и уступают акулам по сумме 2 встреч. 5-6. Многие ребята посчитали, что уже чемоданное настроение появилось. Как говорится, хоккей не обманешь, любого соперника нужно уважать и выходить предельно собранным. Что ж, уходящий 2014 для кубанской молодежки выдался непростым. Позади 42 матча, ни одной игры, проигранной в овертайме. И, кстати, в этом сезоне Беркут Кубани еще ни разу не доводили свои матчи до серии буллитов. Неплохо. И несмотря на сегодняшнее поражение, кажется, Беркут Кубани стараются стать лучшим молодежным коллективом России. Вот по этому самому коллективу соскучиться мы с вами не успеем, ведь возвращается на лед краснодарская молодежка уже в январе. И вместе с ними наши репортажи с Ice Palace. Мария Фалькова, Михаил Власенко, Кубань 24, Краснодар.
В общем, все. Беркут и выступления в этом году закончили. А вот волейболисткам краснодарского «Динамо» до окончания 2014-го предстоит провести еще как минимум две игры. В четверг в краевом центре стартует финал Кубка России среди женских команд. Клубы поделены на две группы. Матчи первого этапа краснодарки проведут в четверг и в субботу. Для того, чтобы выйти в полуфинал, необходимо занять место не ниже второго. О планах на предстоящий турнир игроки «Динамо» рассказали болельщикам. В одном из торговых центров Краснодара прошла автограф и фотосессия лидеров коллектива, чемпионки мира Татьяны Кошелевой и победительницы Олимпийских игр Фернандо Гарай Родригес. По словам девушек, их команда к кубковым встречам готова и настраивается только на первое место. Я считаю, что там очень собраны очень хорошие команды, и будет 100% очень интересно. Борьба будет не из легких, поэтому мы настраиваемся. Краснодар берет третий раз финал к себе Кубка России. Это очень важный турнир. Это титул, за который мы боремся и просто так никому не отдадим. Взять автограф и сфотографироваться с одними из лучших волейболисток мира пришло около 50 человек. Кто-то задал свой вопрос, кто-то получил от «Динамо» подарки, в числе которых были и билеты на матчи предстоящего финала Кубка страны. К слову, в прошлом году наша команда на этом турнире стала бронзовым призером, ну а игры финального этапа Кубка 2013 также прошли в Краснодаре. И давайте посмотрим, с кем кубанским волейболисткам в этом году играть предстоит. Итак, краснодарская «Динамо» попала в первую группу. Соперницы казанские «Динамовки» и волейбольный клуб «Протон» из Саратовской области. Матчи в четверг и в субботу. Вторая группа, которая также сыграет в Краснодаре, это «Северянка» из Череповца, московская «Динамо» и волейбольный клуб «Амичка». Добавлю, что матчи начинаются в четверг, играется групповой этап до субботы. А в воскресенье мы увидим полуфинальные поединки, в следующий понедельник уже финалы. Ну а сегодняшний выпуск продолжает традиционная наша рубрика «Герои недели». Эти 7 дней мы проводим с Дмитрием Брайко, чемпионом мира по стрельбе. Накануне Дмитрий раскрыл свой чемоданчик с пистолетами и патронами. Сегодня познакомимся с еще одной стрелковой деталью – моноклем. А также узнаем, почему Брайко выбрал именно пистолет. Все с того началось, что у меня стрелял мой отец. Он был членом сборной вооруженных сил. Ну, мне было лет 12, и он меня позвал в тир просто пострелять. И мне вот настолько понравилось, что вот уже 15 лет не могу остановиться. Эмоции было выше крыши, потому что меня очень удивил тогда запах пороха, я помню. Он был такой кислый для меня, казалось, что какая гадость, как можно стрелять. Это сейчас вот уже даже не чувствую, настолько уже в носу он приелся. В моем спорте у меня мои помощники – это следующие элементы. Это монокль, это беруши, это, собственно, два моих пистолета, наушники и патроны калибра 5,6 мм. Начну я вам, наверное, сказать насчет монокля. Он изготовлен в Германии, стоит бешеных денег на самом деле – 15 тысяч рублей, потому что он очень легкий – 15 граммов. Сделан так, чтобы как можно меньше дискомфорта людям приносить при стрельбе. Здесь у меня линза. Она помогает четче видеть прицельные приспособления. Здесь у меня переносица, собственно, которая одевается на нос. И вот эта штука у меня закрывает левый глаз, потому что у нас целиться нужно одним глазом, чтобы был фокус. Вот. А вот эти шторки, они помогают, чтобы не видеть стрелков сбоку. То есть там кто-то ходит, кто-то там стреляет. Вот таким образом я его одеваю. У меня один глаз смотрит четко в линзу, второй глаз у меня закрыт. Когда мне вот нужно, я его закрыл. И эти штуки мне помогают. У меня монокля не было, у меня была обычная резинка и бумажка, которая закрывала левый глаз. В принципе, тогда мне этого было вполне достаточно. Отличный герой у нас на этой неделе. Завтра он о себе и своем стрелковом скарбе рассказывать продолжит. Ну а сегодня мы с удовольствием продолжаем обратный отчет и им завершаем программу. До Нового года всего 8 дней. Проведите их с улыбкой. До встречи.